Город Тюмень, 4 мая 1942 года. Постановление Бюро Тюменского райкома ВЛКСМ. Первое. Совместно с ОСО «Авиахимом» подготовить из числа женской молодежи комсомолок и некомсомолок к 1 октября. Радистов – 10 человек. Телефонистов – 10 человек. Бойцов-стрелков – 50 человек. Кроме того, создать кружки по изучению винтовки – 25 человек. По изучению гранаты – 25 человек. По подготовке бойцов-стрелков создать комсомольско-молодежное подразделение на лесобирже Вензели и станции Багандинка. Кружок по гранатометанию создать при заводе номер 14 по изучению винтовки в Барках и Сазонова.